Привет, с вами Друманин Дрин, и это последняя глава в этом Наруто Clash of Ninja Revolution 3. Сейчас он взорвал бомбы и все тут раскидал. Что за... Ага, Наруто с одним хвостом напал на Дейдару. Это крайне тяжело будет, это просто невозможно. А, это была всего лишь кукла взрывная. Так, это сила Джинчурики. Какое страшно. Лучше бы мне побыстрее отсюда убраться. Ага, Наруто и Дейдара. Так, давайте в бой с ним. О, блин, не надо встречать на волос. Давай. Блин. Не попал. Ну уйди ты от меня, доел Дейдара. Да. Ну блин, ты куда? Давай, 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 давай. Немного. Да, я его победил! Наконец-то! Спустя долгих 60 поражений я его все-таки одолел. Да! Такое чувство удовлетворения, я не могу. Наконец-то этим тупым Наруто победил Дейдару. Это было крайне трудно, один из самых сложных боев за всю мою жизнь. Вообще такого. Раньше такого не бывало. Ага, он подбежал мне, воткнул. Я сделал это. Это должно помочь тебе. Должно помочь снять один хвост. Ну все, его окружили. Дайте показать мне бессмертную часть моего искусства. Искусство? Все, уйдите! Он взорвался, давайте я вам объясню. И Какаши поглотил взрыв с помощью Манкики Шрика. Что случилось? О, народ пришел, себя уже. Это сработало. Все в порядке? Да. Сакура. Ты нашла нас. Отличная работа. Сакура? Они вернулись к Гааре. Сакура, как медик, стоит над ним. Почему? Почему он? Почему все это Гааре? Если он умрет так, он Кадзикаге. Он должен стать Кадзикаге. Старайся помолчать, Наруто Узумаки. Ты заткнись. Если бы вы не выместили этого монстра в Гаару, ничего бы этого не случилось. Называйте нас Джинчурики. Всё. Печаль ко мне. Наруто. Я не смог спасти Саски. Я не смог спасти Гаару. Все три года. Все два года. Я тренировался и все впустую. Только тут ошибка, тут написано 3, а на самом деле 2 было. Что ты делаешь? Она пытается вернуть Гаару. Она может. Она действительно это может сделать. Недостаточно чакры. Ты можешь использовать мою чакру. Возьми столько, сколько нужно.
Работает, бабушка Чин. Положи свои руки поверх моих, сынок. Шиноби создались глупые старые люди. Это наслаждение видеть таких новых, приятных шиноби, как вы. Это я в своем стиле. Все, что вы сделали... Все, что я делал на протяжении моей жизни, было ошибкой. Напоследок я сделаю что-то хорошее. Правильный выбор. Твоя особенная сила в силе изменять людей. Ты станешь Хокаге, которого еще никогда не видели. Наруто, Наруто, you are the only person in the world. Ты единственный в мире человек, который истинно понимает боль Гаара. Гаара тоже понимает твою боль. Пожалуйста, присмотри за Гаара. Кто? Кто это? Кто? Кто зовет меня? Все, Гаара ожила, а бабушка Чия умерла, потому что этот джитсу требует жизни. Жалко. Гаара! Наруто. Наруто. Гаара. You've had everyone worried half to death. I... It was Granny Chio. Это была бабушка Чио, она спасла тебя. Леди Чио. She tired herself out and fell asleep. But I'm sure she'll be fine when we get her back to the village. No. Теперь мы можем вернуться в деревню. That jutsu. That jutsu. Only Lady Chio knew it. Леди Чио знала его. It's used to resurrect someone in exchange for your own life. Она отдает жизнь. Reanimation ninjutsu. So. Жизнь за смерть, в общем. Chio is. Гаара. Леди Чио. Леди Чио. Let's go back to the village. Возвращаемся в деревню. В сериале все эпичнее выглядело. Но трагичности от этого не уменьшилось. С вами Гаары. Мы попрощались. Спасение Кадзикаге. И... I guess this is where we're supposed to shake hands. Я полагаю, что нам нужно пожать руки. I've never really been good at that stuff either. So let's just leave it at. Подал ему руку. Какой ужас. Что же он сделает? Он пожал ему руку! Никто толком-то не пожал. Они просто соединили свои руки. Ну и, собственно, последний синематик. Титры, все это показывает, чем все закончилось, отрывки из сериала, из аниме. Ах, наконец-то я прошел вот этот последний бой с Дейдаром, это было нечто. Вот, я вам говорю, вам придется, вот, наверное, как мне, потратить попыток 60-70, не меньше. Но только может кто-нибудь очень прямо умело в этой игре сможет с первого раза пройти, ну, там, с 10-го, я не знаю. Ну, это крайне тяжелый босс. Он даже тяжел не тем, что именно блочит все удары, и ему наплевать, что его бьют, и что у него почти что бесконечная чакра, а он бесит тем, что он уворачивается от всех твоих суператак. Ну, в общем, игра получилась достаточно сносной. Но если вы не хотите тратить ваши нервы, не играйте в нее, не советую его. Но, по крайней мере, играйте, но до последнего уровня. Последний не проходите, если не хотите портить их. В общем, игра получилась сносная по шкале из...
от 1 до 10 можно поставить шестерочку твердую. За то, что графика не очень. Ну, эта игра вышла же давно, поэтому и графика не очень. Ролики сделаны на игровом движке, а не именно там отрывками сериала. Хотя это кому как. Кому плюс, кому минус. Ну, есть разные минусы. Вот тот же Дейдара, это вообще гигантский минус для этой игры. Ну и, в общем-то, все окей. Игра получилась сносной. Играть в нее все равно вам советую. Если хотите, поиграйте. После всего этого Наруто и остальные вернулись в свою деревню. В нужный момент. Миша. Твое имя will be Sai. Твое имя будет Сай. Сай. Сай? Yes. All right. Да. Хорошо. Нам показали отрывок к четвертой части возможной. Ну, не знаю, будет она или нет. Собственно, я закончил Наруто. Спасибо всем, что наблюдали за ним. Смотрели, надеялись, верили. Помогали мне как-либо морально. Даже смотря это видео, я чувствовал вашу поддержку. Спасибо всем, удачи, пока. На этом Наруто закончен. В следующий раз мы уже увидим вся в новом Наруто. Ultimate Ninja Storm 3 Full Boost. И там я уже буду и в онлайн играть, и во все, что попало. Так что увидимся, люди. Всем удачи, пока.